Привет, с вами Светлана. Сегодня я хочу показать о том, как я буду переваливать и отсаживать деток от растения из моего видео, которое я купила 2 недели назад. И теперь мы будем вместе с вами пробовать ее укоренять. Это все главное, чтобы он держался в этом стаканчике. Тепличка у меня это. Вот так я срезала листик с этой пеперомии. И он у меня укореняется в тепличке. Кстати, я планирую в ближайшее время показать вам свои теплички. Какие там у меня растения укореняются. Где и как я сейчас укореняю свои растения. Если будет интересно, то подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Прошло 2 недели, и это растение я вытаскивала из горшка. Проверяла корни, но я не показывала. Сейчас хочу еще раз показать. Вот. Вот так вот она сейчас выглядит. Я хочу ее полностью распотрошить. Вот эту всю землю убрать. Посадить в горшочек отдельно. Вот это большое растение одно. И я вот здесь заметила 2 таких вот деточек. Под мамой они растут. И им темновато, там листья-то большие, и вообще уже надо готовиться к новому сезону. Я вот это сейчас все прям вот так разрушу. Посмотрим, что там за у нас внутри и что можно будет сделать. Не сильно я ее заливала, она, это пеперомия такая просушенная сейчас. Возможно, ее поэтому легче вот так вот и разобрать. И не докопаешься, вот так вот. Сейчас что я вижу, и я попробую отделить. Все, не обсыпается больше. Пусть оно будет. Смотрите, какая замечательная детка. Она пойдет в стаканчик. И вот здесь я смотрю тоже. Вот эту надо отделить. Можно, конечно, было бы срезать и ножиком. Попробовать. Давайте я срежу ножиком. Ну что, срезалась она вот так вот. Ой. Здесь есть небольшие корешки, но я их буду высаживать, подращивать в тепличке. Думаю, она под освещением, и думаю, они примутся. И даже листик один отвалился. Листик тоже можно будет посадить. Делаем с этой. А с этой делаем тоже. Убираем вот этот листик и тоже его посадим. И теперь смотрим.
Думаю, горшочек этот большой. У меня тут остались от недавно пересаженных растений такие горшочки. Вот сюда, я думаю, бы неплохо пошел. Да. И засыплю вот так вот. Мою пеперонию. И вот так прям притоптать чуть-чуть. И мять, прижать. И поливать не буду. Пеперомия не сильно любит полива. Пусть она постоит, пока подождет. Ну, вот так вот ее поставлю. Вот и все. Так, взяла стаканчики и перлит. Очень люблю укоренять такие растения в перлите. Они там не замокают. Закончился пакетик, надо взять новый. Очень аккуратно надо быть с ним, потому что он пылится, и надо не дышать вот этой пылью. Я видела один лайфхак на канале, что прежде чем работать с ним, можно его от кулечек налить водичкой сюда, намочить и потом работать. И тогда он не будет вот так вот пылиться. Проливаю его. Так, здесь у меня без отверстий стаканчики. Два. А здесь вот я взяла стаканчик с отверстием. Он даже высыпался. Надо ее назад. Тут отверстие. Будет оно, водичка сливаться вот сюда. А эти будут так стоять. Листики у нас обычно вот так. Без всяких проблем помещаются. Вот листик, он вообще желтенький. Видите уже какой? У него нету краски. Это просто купленное растение. И там механические всякие повреждения, недосвет какой-то был, вот где-то что-то. И он уже портится, поэтому надо успеть с него взять детку. Возможно, еще и не одну, если получится. Так, такие листики тяжелые, надо подпорочку им. Да я не так неправильно начала делать, но сейчас мы все исправим ситуацию. Этот мы помещаем череночек вот сюда. Так, тоже какую-то подпорочку делать. И надо будет, я неправильно сделала, надо будет высыпать перлит половину. Потом я помещаю это растение сюда. Так вот. Ничего страшного, что оно вот так с грунтом вместе все. Оно потом будет у меня пересаживаться вот, из перлита отсюда. Вытаскиваться. Смотрите, как я сделала сейчас. Вот так вот получается работать с мокрым. Вот удобно тоже с мокрым работать, не сухим. Все засыпается, приминается. Будет все замечательно. Сидеть в тепличке. Ну вот, было одно растение, а стало три. И плюс еще листочки. Если все будет хорошо, дадут еще две детки. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк.
пока и до новых встреч на моем канале.